Как правильно выбирать конкурентов для анализа? Сначала произведите анализ своей целевой аудитории и поймите, кого она смотрит. Почему? Потому что когда вы попробуете дать определение, кто ваш конкурент, то я вам скажу просто в двух словах. Конкурент – это тот человек, тот автор, которого смотрит вместо вас. Все. Чтобы вам было понятно. То есть еще раз. Конкурент – это тот канал, человек, видеоролик, которого смотрит вместо вас. Чтобы вы понимали. Но как же понять, кого смотрит вместо вас? Все предельно просто. Возьмите себе список и запишите те вопросы или те запросы, которые человек должен вводить в YouTube, чтобы вы ему, чтобы ваши ролики ему показались. Например, я хочу, чтобы когда вы вводили запрос «Как создать туристический канал», вы находили меня. И у меня это получается. Вы увидите даже меня в Гугле или в Яндексе, вы увидите наш сайт, наши каналы, наши курсы, на Юдеми, везде-везде, как создать туристический канал, это я, потому что, или как создать семейный канал, или как создать рукодельный канал, как создать кулинарный канал. Мы хотим, чтобы нас находили по этим запросам. Люди, которые готовы работать. Понятно, да? Дальше. Второй момент. Если вы не знаете, кто ваша целевая аудитория, приходите к нам в школу, либо в клуб, либо купите курс «Анализ целевой аудитории», либо идите и просто определите для себя аватары, либо портреты своей целевой аудитории. Но, когда вы поймете, кто ваш зритель, то вы поймете, кого еще он смотрит вместо вас, кто еще по этому запросу конкурирует с вами. И не обязательно это каналы ваших тематик. Например, у нас есть, вот мы сейчас работаем с Евгением, который занимается тем, что выращивает хвойное растение. У него там хвойные дворики, да? И вот у нас конкурент не соседний питомник, ни разу, а женщина, которая вместе с тысячей других роликов сняла ролик о том, как из шишки выращить голубую ель. Она наш конкурент. Потому что ее смотрят вместо нас. Потому что мы выращиваем голубые ели, а смотрит ее. Она не продает эту ель. Она просто написала от балды этот ролик. И у нее стрельнул он. Но мы хотим попасть вместо нее по этому запросу. И поэтому здесь очень важно. Но следующий важный момент, который вы должны для себя прояснить, это тоже такая интересная, важная штука. Как она звучит, чтобы вам было понятно. Да? То есть записывайте. Вы либо самый слабый, да, среди сильных, либо вы самый сильный среди слабых. Надо для себя определить, какая у вас стратегия. То есть вы можете быть, вот у вас, вы набрали там условно школьников, да, там у этого канала там 1000 подписчиков, 12 роликов, у этого там 15 роликов, да, у этого, а у вас 100 роликов и нормально вы проходите. То есть вы можете быть здесь звездой. И это ваша самая большая ошибка, потому что вы начинаете выбирать себе конкурентов, либо равных себе, либо слабее себя. И вы становитесь, потому что вам так удобно. Как рекомендую я, надо быть не самым сильным среди слабых, а самым слабым, то есть вы должны быть вот здесь самым слабым, а это сильное вас окружает. Потому что в этом случае, только в этом случае вы будете бороться за место под солнцем, да? И вы будете видеть и анализировать, как идут ваши конкуренты, вы будете смотреть, как они двигаются, куда они двигаются, зачем, что они делают, почему они это делают, сколько они тратят времени, сколько тратят труда на это все там, да? Потому что именно анализ конкурентов, ссылочка будет внизу на этот курс по анализу конкурентов, это то, что даст вам волшебный пендель без Некрашевича.